А то я зашел, типа хотел уточнить, нажал покинуть подземелье, а мне еще из тройбики выйти. Понимаю. Вот, ну, типа, я тебе помог. Ну, чем типа, смог. Блядь, я все КД просто отдал. Ну, одного я там шотнул. Я там даже сало ШПшки дал. Ты понимаешь, типа, я только выхожу из инвиза, прыгаю в сову же Мустафол, мне сразу сам прилетает. А чё они там ловят вообще? Стоят там как дураки. Щипачи ебаные. Так а чё, кто у нас там? Куда мы? Кровь идём, да? Да. Да. Мы после двух стухло гнилой. Шо, квестик был какой-нибудь? На Синдру. На Синдру вроде. На Синдру? Да, сука! Дайте сяли пальцы тоже, Амир. У персика КД целка, нет? Он да, тут давай, вообще? Давай, давай находим, наверное. Давай мне обратно, я кату типа засчитал вообще. Обратно, давайте дать. Народ курит. Лёш, я отойду, сейчас приду. Дай насиста, дайте. А я Венха, так понимаю? Сейчас посмотрим, подожди. Ну что, может быть сегодня будет тот самый день? Что? Тот самый день, когда упадет щит товара. Знаешь, как это действует? Тебе надо было просто мейнспек поменять на бревно. Без проблем, сейчас поменяем. Сейчас тупо поменяет. Да, Дарт Ивенха, короче. Дарт Ивенха. Так, блядь, дайте ассист, не могу рейд нихуя сделать. А кто рейд? Кислый, да, ассист. Кислый я рейд. Во. Наконец-то. Так. Совать. Понятно, Шамовол заходит в рейд, Полиновый Лема. И Рога заходит. Три Лема в рейде, это сил. Это Лёха, а чё я это, на Лану-то зайду? Там, там видел, Рога просится, чтоб ты его заменил, ему уйти надо. Или отойти, не знаю. Да. Который Неонок. Пускай напишет мне там, что ему надо отойти. Он в рейд написал. Он перед РТ тоже писал в рейд. Я уже говорил и в РК, что ему надо будет отойти. Это Дискорд Неликс. Скай отходит. Скай отходит. Так, ладно. Все к сюда сум. Присутствие. Блять, чем я дозорону не угодил? Что он мне пояс не хочет отдавать? Элбрил ДЦ спек, Миш. Кислый в танке сейчас? Да. Ну, поехали, трешак. Или это, грипп меня сгладил. С Кирсом сейчас подойдут, Элбрил тоже. Аккуратно. Делорус. Делорус. Я еще пока в холике, там время нужно будет. Делорус в Дискорде? Да. Тут подарки мне уже сбрасывают, короче, на первую кату я. Подарки? Да. В смысле, какие подарки?
кто-то сердолит дарит. Кто-то еще кто-то такой. А вы закрыли, да, убили первого ката? Да, первый кат и РС. Можешь не париться, так пока я не выпало. Так мне нихуя не надо. Стоп нелатные, не, блять, это. И два кольца на МП5. Первого пола убили? Да хуй там, блин. Библ косячит, как убить. Как гриб? Да. Синдром гриба. Если гриба нет, кому-то другому передается. Знаешь, типа это... По миру бродит коронавирус, блять, а по сирусу бродит синдром гриба. Грибовирус, да? Да, грибовирус. ШП, паладин. Я, кстати, не знаю, что за лажа была на халике, у меня постоянно были какие-то миссы. Это мобы в вейдах бывают. Мелкие. Так он, да ты думаешь, он бьет этих мобов? Так ты понимаешь, что это не мобы были, а именно босс? Я кидаю лаву, она у меня вывает куда-то уху. Это вот именно на первой фазе было. Я вообще не знаю, что за приколы. За лужей, но в ласт-фазе босса вообще не видно. Он так прозрачный во свету, понял? За твоим уже вообще не видно босса. Вот, кстати, теория. Видишь, какая занятная. Это, мне он не, ну на тему то, что я ему бов не бил. Сейчас погоди. Челик припишет. Ну видишь? Землетрясение. Римпенску выставили уже или нет? Понятия не имею. Да он даже не отписал, скинов не скинул. Видишь, Дарт как быстро Барнсеном чая, да? Амир, а чё, кстати, с тем магом? Засчитали ему, не знаешь, злома? А, да, он сегодня... Я в темке смотрел. Я просто что-то зашел сегодня темку, а не нашел ее. Ее, ну, похоже, закрыли и перенесли. Да-да-да, засчитали. Ну, и ачивый квест, да? Угу. Ему как только засчитали, он мне сразу отписал. Че, Лех, сколько стало у Силков прибавилось? Да я не смотрел еще, не добавлял. Я просто завязал. Блять, надо монетки крутить начинать. Вот думаю, когда, наверное, завтра днем буду крутить. Ты сказал, после меня будешь крутить. Да ты, блядь, не крутишь. Еще не выдали. Гов ты мой эфир. Как ты монеты сливаешь? Хочу поржать. А, Лех, я что хотел спросить у тебя. Мы с Лича будем что-то продавать? Тут чувак хочет купить клятву, что ли? Клятву! Хочу клятву! У меня таких покупателей, знаешь, сколько сидит? И на глору, и на клятву, и на арбалет. Клятва, полный я комплект. Не знаю, нужна кому-то клятва вообще? Да. Ну, с мозером на ПВП будем брать. И цветение, и фетиш тоже есть, кстати говоря. А почем фетиш хотят купить? Там, 80, по-моему. Хуя себе, ебанутые за 80 фетиш. Фетиш я не продам, может даже не рассчитывать. Я ее, блядь, на лока этот фетиш строю. Быстрее на лоуспек. На лоуспек кому отдам, чем, блядь. Во, да, давай мне на лоуспек, я согласен. Фетиш за 80к продавать. Вон, блядь, голимые тринкеты на черном ауке по 200 продают, блядь. Фетиш, блин, а куда лям, тебе фетиш? У тебя еще или мне собраны? Это тоже, типа, энх несуществующий спек. Это в смысле несуществующий? Может, несущественный? Нормальный энх. Там у меня, понимаешь, я не могу заролить никак 4 куска, потому что у меня даже на хиле нет 4 куска. А смысл у меня? Несущественный протопалку, протовар. Протопалку, правильно. Чуть короче, получается, сядь, остался один кусок, ты 5 груда, а Кадарту, наоборот, шлем, да?
Вам по одному куску осталось. На следующем КД вы будете уже 4-5 сохранять. Это 5 для раков. Сядь, нужно доступ открыть. Ему нужно убить Лича и Джа. Так, короче, я тут ставлю рыбу. Ставлю рыбу. Есть рыба. А, блядь, не вижу. Короче, бафы всем каски. Или нет? Или... Я каски. У меня есть МП5, 6-минутный кулак, а каски нету. Ну вот я каски разбафаю, короче, сейчас. Я что-то под фризит. 6 шаманов Фредди? Какой нахрен МП5, вы чё? Могу поменяться с Монородом местами прям сейчас. Да не надо, сейчас я каски разбафаю. Короче, кислый, двоих. Войт одного. Ты как обычно, куришь бамбук, да? Чё там, Лёха, зайду на лану, да? Я хочу посмотреть. Я хочу на мишку. Я хочу на твою мишку глянуть. Чё на него глядеть? Способ. Я уже разочаровался на это во тьме с твоего мишки. Надо порадоваться надо. Слышишь, что зайду за щитом на протовара? Зайдешь, зайдешь. Там я потанчу с кислым, а ты... Тебя прибавит неплохо. Кому каски нету? Знавайте. Кулака нету. Да, кулака нету. Кулака не будет. Не будет. Кулак есть. У меня тоже есть кулак. Вот в рот, дай кислый. Не пахнет, все, дай проверку, все, тихо. Коника, что не хватает по жизни, а? Кулак. Кулак ему по жизни не хватает, дайте мне. По жизни не хватает. Так, Дарт Паул, то же самое, да? Все, поехали. Ну все, не буду бить. Дай по шаманам кулаки, по рогам. Розари, это тебе говорю. Да, я понял, да уж. Зачем? Не надо тут один лизнуть. Кинетику не проебите только. Полин, короче, полетаем. Рейндж. Прохил Редвара. Редвара? Редвар вернулся? Помянь. Куда он оговорился? Где нет? Просто Вара сказал. Помянем просто Вара? Талдорама. Герочку, да? Гера. Шаманки, шаманы, шаманочки, кто-нибудь. Этот, поднимите кинетику, право. Ну ты бы хоть на кинетике посидел, все равно ничего не делаешь. Справа кинетика, Женуэн. Я просто вижу, кто стоит. Он молотки хотя бы покидал на кинетику. На Кирс. Дальняя, сядь. Чернотролль тоже. Это ты так нам ДПС разбавляешь, да? В этот. Ну-ка, кстати, интересно, как шипами поднимается теперь? Все нормально. Кинетику поднимайте просто, все, милики. РДД, которые свободные, можете Келя побить. Милики тоже. Аккуратно. Кинетика середина. Насладитесь болью. Моя чаша полна и прольется кровь. Сзади падает. Здесь над тобой. Джнуэн, повернись, блядь. О, нормально, видишь? Развернулся середина. Пенис, смотришь? Смотри. Блядь. Там возле этого. Малонара добивайте и погнали дальше. Кир, дам тебе. Ты пролагал. Блять, у меня все никак не получается, как в пинболе от полетать от этого. От вихря до вихря.
Так, это, пока заходи на Вара. Пока заходи на Вара. А мы с Кисом погнали дальше. Узнаем, собирает осколки? Да. У нас будет пополнение в СОВ? Сука. Интересно, сколько я лет буду делать квест на шеф. Что же он, повзрослел, да? До следующего, когда там Лёха опять передумает. Кислый, примем его в своё общество или нет? Усыпы или не сдамся. Усатая сова страшно. Дрики просто над клювом усы такие. Всё, погнали, Даш. Амир, хватит людям компьютеры напрягать, ну. Гена, я тебе так буду на джайнике. Да так мне... Так она низкокачественная, что там... Мне-то пофигу. А вот кто-нибудь будет... Вот знаешь, вот на Ларе, когда под тебя перо летит, вот там не видно, а все остальное вообще... Ну, анимацию могли бы и получше сделать, согласен. Ну, как сказал товарищ Дезерон, это для тех, как сказал товарищ Дезерон, это специально для тех, у кого слабые компы, он не стал делать сильно анимацию. Ну, типа, ты прикинь, я говорю, 4 шамана, блядь, стоят спамят, а еще столы, блядь, стоят и грозуют. А еще там же фростмаговский луч. А половина сервера просто по ПК на орбиту летит. А знаешь, надо попросить, чтобы они фаермагу... Бонус, как помнишь, на Ларе комната взрывалась, все поджигалось, вот чтобы такую же УЕшку дали. Прикинь, одна УЕшка просто минус пол сервака. Ну да. Мы роняем сервер. Да? Да-да-да. Я хочу, чтобы протоварился. Ронял сервер, удар давал мой, блядь. Про товару надо вообще, там, не знаю, какой-нибудь адский удар щитом. Ой, щитом ты играл горит. На панде? Нет. Нет? Там, короче, у протоваров был абсорб. Типа ты прожимал какой-то щиток, у которого, по-моему, КД 6 секунд. Тебя ты еще даже на катаклизме абсорб. Было. Да? Даже там. Просто помню на панде, как бы, ну, вообще, протовары были очень имбовые. Одни из популярных танков. Одни из, блядь, они просто самые лучшие танки, да? Ну, на Пандарии, да. Слезу пустил, вроде. Так, короче, ставлю рыбу, кого нет. Закинь Войда к нам. Сейчас закину. Войда сумманьте. На 20 секунд надо пыльнуть. Не пыльнем. Сейчас там на рекс отбусить будет свою вип. Слышал, Ген, да? Этот секстант можно обузить вип. Чего, прости? Випку меняешь туда-сюда, у тебя секстант прок. Короче, все, все здесь, все готовы. Рэндж набрали. На бусе. Кисло на бусе. Кисло на бусе. Каску можно. Каску? Зачем? Два рука. 3 минуты. Все, дал. Кисло на бусе, я страховка. Поехали. Если она
упадет сразу после первого фера, получу еще дополнительно 200 хп. Говепнемся и трех хилов в РДД спек. Да у вас и так дома. Просто немножко кнопочку понажим. Ну что там, кислый кирсгорный передамажу? Открой рекаунт. Видите, отложено всякое. Будет... Сантей, убери танка Аурус. Так, сейчас, короче, этот, Нелликс. Элбрил, отдашь гимн на хп. Мозер. Засейвить Мозера. Дайте ему антифир. Нейликс, где антифир, блядь? Куст проебали. Подними же Ноэн Мозера. Еру, давайте. Алина. На 40 секунд, когда на ней. Печально. Надеюсь, что второго фера не будет. Если мы проебали Мозера, сейчас бы уже убили. Ну вагоны чё? А если бы еще меня укусили? И меня. И меня. Ты еще дерево. С четырьмя укусами убили. Четыре укуса и пятый кирсгор. Сейчас иди похвастайся, пугай. Три укуса на рейде. Мозер, фу-фу-фу. Мозер, ты с какой стороны умер? Справа? Он, короче, я его укусил, и он сразу направо пошел, а Неликс остался вот, там. Я ему антифир дам, если он направо, а я налево стою. Подбежать. Все, и ровно Неликс выгон. Он в центре умер. Был бы рядом, я бы дал. Получается, Биг Бабл, Неликс, Сантей и Мозер были под укусом? Мозер был под укусом. Ну смотри, сначала Библ сорвал. Потом дал Мозеру. А Мозер сдох. Библ дал Неликс. Потом Библ дал Казуму или кому-то, блядь. Больше никому не дал. А, ну все, понял. Ну там, короче, три укуса. Ну короче, мы вообще поняли, что иконика не дамажит, да? Я же говорил, Полина, что ты в ДД. И вы еще в 6 хилов были? Интересно. А кто шестой? Полина. Зачем? Фу. Там соло прохилить может. Это еще были в 6 хилов. Ну, короче, Алар точно упадет. Ну да, таким ДПС. Хочу, короче, тест. Сколько у моба сейчас вот? Соло похилит. Давай, вот, триллям. Его сейчас наебнем, да и все. Вот смотрите, сейчас.
Ну, вот полям 600, примерно вот как раз, да, вот всех этих мобов сведите, не бейте. Нет, типа... там под альзма, там под... Ну, тут у одного 1.6, у второго там 1.4, у другого 2 ляма. Ну, то есть, средние одинаковые. Жужин, там если кто-то шмотки берет, мне в личку скидывай, какие шмотки. Ну, мне кажется, сейчас просто бьют не все. Мне кажется, что вообще половина даже. А, коников ШД. Да не, вагон. Если там, знаешь, там ЛМ, да, Н, пару комбо-разбойников, да, два фазмака. Мы сегодня пробовали говорить. У нас сегодня было Миша во Фросте. С камнями в фаер. Три элема и комбо трога. Мы трэш заливаем. Ну да, там трэш. А там будет, типа, да. Если еще больше взять у уешников, там вообще, типа, там за несколько секунд можно, наверное. Вы хотите трэш залить? Коника, ну, там же по паралям. Там по таймингам идеально получается. А типа, а что, его лопать уже не вариант? В смысле, лопать, а зачем лопать, если смотри, проще? Проще слить 5 мобов. Так погоди, они же раньше возрождали заново. То есть ты их убиваешь, да, а мы сегодня тестили, они не возрождают. А, они не возрождаются, да? А вы, в смысле, в них активно свечитесь или чисто кливом? В смысле, дали... Там 4 человека дали АУЕшки и все. Нет, народ, моя типа страта, берешь 4 совы, типа, и... Типа, и пинг-понг начинаешь играть, да? Да. Это, Леха, такой вопрос. Кислый чё, в сове будет, наверное, да? Мы с тобой потанчим или чё? Ну, на этом, на, блядь, копьё во мне. На Вальке сейчас так и будет, а это... Ну, типа, в 3 пойдем, а на Синдре я с тобой, а кислый сову. Кстати, Полина зря уже, может, не спек, кстати, взял. Прости, Полина, Розария, короче, будете по порталам. Здорово. Давайте сделаем квест прогулка по порталу. Тут в Хэмке? В Хэмке. Сейчас бы в Хэмке делать. Блин, такой галичный. Вар, зачем ты встал? Тут просто комбат. Типа, пока трэш не будет. Рестну либо. Поставьте шкаф. Ангин, смотри. Видишь, где я стою, да? 4, это 5, Ростор Друида такой калич. Ты так хотел, чтобы у тебя все бонусы хороши были. Да и 2 куска не очень, если честно. Рыб справа иди. Каску дал, Мозеру каску тоже даю. Ген, видишь, где я стою, да? Ну. Я отсюда могу мобу вспулить. Коника, релогаешься? Да. Кислый готов? Сейчас. Все, поехал. Так до них 40 метров, наверное. Там 40 метров плюс 40 метров радиус. Я самым краешком цепляю. Пойду ныть на форум. Да там уже этот хомяк наныл, что Дизерон сказал, я подумаю в ближайшем будущем. Насчет чего подумал? Насчет реворка Т5 сау. Да, чё меня фризит начало? Да это тоже. Долбоёб просто кастует свой этот. В смысле, я не кастую? Как оно? Сиськотряс.
меня не только фризит, меня пинг поднял. Додосит. Кто додосит, пианиста признавать? Вот сейчас кастану, Лехи вылетит. Я за кольцо додошу. В Ведьмаке тоже есть такие взрывающиеся тела. Ну, эти как они? Гули, болотники, не гнильцы, да, да. Гнильцы. 6 секунд быстрее. Один ваншотал меня постоянно. Знаешь, Ген, самая полезная функция этой фигни. Червяки никогда до хила не доползут. Это называется Starfall. Ой, да то есть Starfall не дамаж. Как и сова. Она замедляет это лучше или что? 75%. Ни разу меня на джаде не передамажил. Что ты еще это? Ой, по соло таргету, Ген, ты там у меня на пару лямов, наверное. Да, она и на валях действует. До позавчерашнего дня она даже боссов замедлял. И на око хм на мобов, да? Угу. Она чуть-чуть лучше Близзарда, по-моему, на 5%. Ну, Близзарда, наверное, даже территории меньше, правильно, что я так понимаю? Ну да. Сука, про товар будет на что-нибудь действовать? Как и всем на нервы. Жужин, тема называется «Сова совирует ты». Пошли, Жужин, буянить. Там просто подобная темка была. И там же тоже на кота ныли. И все, сегодня теперь все коты ноют на то, что им сделать. Там и народ. Черный юмор, приятно, с Андреем делать будем? Он сам делает. Я же сказала, черный юмор. Пишем сложно. Вот эти положи мне на анхолика. За фул стоимость, забирай. Леха сегодня это, да? Вести. В ударе, да. Походу срез грядет, я так чувствую. Если пианист лутает ГП, значит скоро будет срез. Типа, это... 80% ГП, да? Как он называется, забыл. Примета такая. Я в ДД. У нас Синдре в хиле. Роль пианист. Ничего не роль. Что за глупые вопросы? Анхолика, мне на ДК надо, нахуй. Что хилов так? Вон вант возьми себе. Ходим сидим. О, Гена, сегодня с тобой можно пободаться по урону на дракончика. Тебя в дереве видишь? Ой, бесполезно. Лок, типа демон все равно больше, да? Стойте. Ты видел, там, как да, дестрики там сейчас дают? Если не сорвет. Ну, дестрики хуйня. Интересная. В смысле, не видел новых дестриков? Ну, видел, я пекался, смотрел. Типа, такая же хуйня, говорят, как и почти скучный. Тут, ну, смотри, какие шарики прикольные. Ну, кто ДПС дает? Да, ну скучно, чё-то, блин. Почти такая же ротация.
как бы, ну, Аффлек, да. Чуть-чуть изменился демон. Ну, мне демон все равно нравится. У нас с НТМ примерно одинаковый ДПС, где стрики дают. Ну, раньше они давали меньше, что в 5, чем Аффлек. Ну, блять, а смысл мне спекаться, если он дамажит, как Аффлек? Блять, я имею в виду раньше и сейчас. ДПС дают же. По поводу того, что раньше было. Ну да, такое типа. И не так привередливо к статам. Ну да, они типа попроще там, похуй на всякие там босс с фазами, без фаз, там никакие там стаки не надо набирать. Ну типа похуй, босс это на фазу поебать. Типа босс пула дает бёрст сразу такой нормальный, ну как и раньше. Ну а демон с Аффлеком все-таки повреднее будут. Ну и поинтереснее. Я тоже манекен потыкал, блядь, ротации из трех кнопок, я ебал. Ну, типа, то же самое, только там меняется ножа души и все. А вот эти шарики, вы говорите, их вообще нахуй не надо ездить даже. Кнопка чисто... Ну, эта кнопка чисто для трэша. Ну, вот, да, чисто на боссе она нахуй не нужна. Это вот кнопка, которая там опять появляется, она чисто на трэш нажать, чтобы посмотреть, как все. Ну, типа она стаки твои жрать будет, а ты вместо этих стаков лучше ожог на 80% посидины будешь ебашить. Типа выбираешь, либо ты АОЕшишь, либо ты даешь в таргет. Ну как думаешь, что люди выбирают? Чтоб потом пичку из штанов вывалить. Нам тоже сделали, что вот эти стаки. Выбирают анимацию. Вот ну, и демон анимация все равно самая топовая. Какая там анимация, вообще ничего нет. Големчики перерисованы. Анимация батавара, блядь. Почему я не удивлю? Интересно, зачем у элемов в это землетрясение добавили замедло, вот я не понимаю, типа, нахуя? Такое ощущение было, что они чисто для Лары это заклинание дали, все. Ну серьезно, а вот где тебе реально еще трэш надо замедлять, кроме Лары? Я такого вообще не знаю, где. Не, было бы круто, если бы он замедлял там, допустим, скорость атаки, включая скорость атаки босса, например. А, не, ну это было бы имба, конечно. Типа ты был бы... Не, ну почему? Ты типа дамагер, но вместо дамага ты, допустим, замедляешь атаку как саппорт. Типа, ну выбираешь, что приоритет. Ну, я таким же образом земной шок кидаю, как бы. Ну, земной шок у тебя не идет как саппорт. Ты им, типа, шипы кидаешь, как дамаг. А то, что он там замедляет, это уже параллельно. Это на тебе похуй. Ну это вообще было самое бы прикольно, что, если бы они либо каждому шоку трэш, либо нет. Было бы прикольно, если бы они просто каждому шоку свой эффект прикрутили. Типа там огненные шипы, ледяные шипы. Ага, как половина. Обычно да? Земля. Да-да-да, как Джаки. Сейчас смотри, я буду в дереве играть. А, блин, я без таков. А ты замедлять хотел, да? Я хотел кинуть. Он моба большого сагрин убей стать. А говорит, думаю, что он меня быстрее набьет. Пианист, ну что там хороводов? Для танки. Всё, я на тот свет. Отправился. Надо, короче, как-нибудь заговориться и разом всем элемам дать землетрясение, чтобы ген полетел. Вон, 10к видел, там, 14 место, по-моему. 14 место. Веди сразу дракон сюда. Сразу двух. Чтобы быстрее. И синдру за... И синдру, да.
Бля, ну... Ну ок. Сам попросил. Так, смотри, Гена, моб на тебе согревается, так остаешь землетрясение, просто чтобы он тебе не бил. Че, можно какой-нибудь хардмод сделать, типа там гнилого вместе с аквапозом убивать, да? А че, тебе Алара ХМ не хватает для хардмода? Да не, че, скучно, однотипная хуйня. А ты вот прикинь, типа, ты убьешь двух боссов одновременно. Если я... Просто представь. Сходи на робота, блять, в ОКХМ, там два босса. Не, ну просто вот представь там, не знаю, проф и какая-нибудь леди, например, да? Проф, Лана, Лич и Синдра, да? Давай. Лич на Синдре. Верхом на Синдре, да? А чё, изи вперед взлетает и чуму на всех раскидывает. Да, это уже давакин какой-то. Да, и это, музыку из Карима подставить. Бегаешь на платформе у Синдри, а тут лично не летает, блядь, осквернение, заражение. Отлично, блядь, чё всё, блядь? Беги. Синдра согрится. Чё, пулить может сразу, чё шо? Кто не успел, тот опоздал, как. Я думал, пуляю. Тема. Чуть не разрушил. Все успели, что ли? Чуть не шокрести. Зума поднимается, даю этот. Бекайся в тан. А, ты кашки уже в этот кислый сыр. Так, дальше что у нас по Ридо? РВД, РДД. РДД. Че, у нас рейд в основном РДД? Полин Филей. Я поняла, я уже спрашивала. Ну, Дарт там Венхе тусит, короче, все остальные вот дамажит. Джинайл, где пропал? Дарт там, наверное, дар речи потерял от слова М. Так, бафы раздаем. Чё там по Джинайлу? Вот на боссе, 30 за агро. Я давай, я ословлю, потом ты заберешь. Да не надо, заебись у меня все с агром, СНГ. Это же одна цель. Все, главное этот, не дохните, блять, от всякой херни. Глыбы. ДПСа дохуя, у глыб ХП мало, поэтому смотрите по глыбам. Прячьте их за, блять, такие тени. Ребят. Не экономьте на сапроте. Сапроты, это да. Дороже выходит. Сапроты, да. Типа, сапроты обязательно, все равно понадобятся на всех боссах, которые... А мы перейти. Сегодня пойдем лечать Жень? Ну, естественно. Да, блядь, оставлять. Дай каску, пожалуйста. Где есть каска? Я помню всех. Что, давай, это... Розария. Женуэн. Все, все здесь. Неликс летает на крысе, полетели. Войт на боссе сначала или ты? Войт на боссе. Все, прохиливаем. Летит. Все, дамажим. Тотем на фрост резист обязательно, чтобы стоял. Потому что ауры нет. И освобожденку убирайте руки от клавы до хера РДДшников, так что вообще не стакайте. ДПС тоже дохуят, не надо стакать, просто, блядь, лучше живите, чем, блядь, будете. Бежали. Живите, блядь.
100 пудов полегли те, кого нет сопрот. Че, вайпнем? У меня сопрот есть. Все сопроты, не охренеть. Смерки вместе ставьте. Ледяное дыхание 41 тысяча. Да там притянуло. Да видели мы. А знаешь, что самое забавное, что те, кто стояли не под боссом, а дальше выжили. Там просто так. Я был под боссом, выжил. Тайминг просто. А я стоял далеко, я тоже. Сессы были? Да, блядь, сейчас глыбы могут. Мы сейчас, да, глыбы выйдем. Сейчас изнутри глыбу разбиваю, короче. Оп. Видишь, разбил. Так, этот резайте. Не, ну какой-то. Главное, говорит, живите. Брыкс не трейдер. Бывает такая херотень. Раздаю каски, давайте ставлю рыбу. Стоит с правой стороны. Зато проще пулять. Бежит. Все, все здесь, все готовы. Не готово. Каску порой. Каску дам. Дай проверку на всех. Вару постоянно забываю, каску дать. Инту. Вообще забываю, что вар есть. Полина, готова? Все, все готово, давай. Сильно много там этот уже нихуя. Сейчас дыхание мечты. Освобожденку не стакайте. 6 хилов, в любом случае все прохилит. Элбрил, ты в ДЦ? Бежал. Активнее. Не дал бы массакру, сдох. Да, я в лице. Метки вынесли. Так, отдельно ставлю левее. Там танк, самый левый танк стоит. Что, сразу сломать тебе? Не. Ооо, Неликс. Ой, блядь. Долетался на своей крысе. Подниму Мозера. Жена Неликс. Один БР оставляю. СС... Убейте. СС по кислому. Чё по моей глыбе урона? Хил. Дашь мне зыбку? Надо эту втяжку. Дамажьте побольше. Здесь ваше вторжение и окончено!
Готовимся к глыбам. Метки вынесли. Рахил метки. Слева близко. Слева подальше. Слева там же, только далеко. Там же, только поближе. Разбиваем. Где разбивается метка? Все по боссу. Процентажа нету, скажите на 30, на 40 процентов. Сколько? 50. Хвост. Сорок. 43, 42. Все нормально. Бежали. Быстрее, быстрее, быстрее. Что, 40. Это... Переводим, переводим. Давайте, домашцы. Надо перевести. Фаза. Вера пошла. Пошла. Так, все, освобожденку не стакаем. Элора слева. Мелики пошли, вас мало. Два всего лишь. Опа. Стоишь. Вот так уебал. Стакать освобожден. Скидывайте стаки. Полипал. ЛСС. Все. Меняю, короче, дыми. Забрал. Асгарда убили, Алара. Когда, только что убили? Да, только что. Блядь, босса? Может, босс? Да, босса добивается. Они мобов контролили. Они как бела стая убивали, да? Ну красавчики, чё? Погнали на проф. Нам убивать. Получается, из Асгардов...